Всех приветствую, ребята, на канале Deutsch Good. Сегодня у нас рубрика «Посылки из Китая». Сегодня мы поговорим о такой посылке. Я заказал себе посылку. Это такие пластыри. Они способствуют удалению мозолей. Сейчас я расскажу, почему я это сделал, почему я заказал. Смотрите, у меня в свое время, когда я работал на стройках, у меня появились как бы мозоли на ногах. И я не знал, как от них избавиться. Это очень длительные, они вот такие вот были, очень большие уже. Ты становишься, тебе очень больно. Было возле пальцев на одной ноге и на второй ноге. В общем, почитал я всякие отзывы, всякую ерунду, и нашел на Алиэкспресс такую штуку. Клеишь, раз, и она убирается. Ну, думаю, блин, попробую. Что стоит мучиться? Идти к врачу как-то неудобно, чтобы он там вырезал. Ну, не хотелось, в общем, да и времени не было. Поэтому я заказал эту вещь. Вот она, кстати, уже давно пришло. Вот она у меня сохранилась. Еще тут много. Заказывал я не один раз. Я решил испытать, заказал у одного продавца. Я нашел его на Алиэкспресс, заказал. Оно пришло где-то через неделю, через две, будем так считать, я уже не помню. Пришли эти штуки. В общем, я решил попробовать. Почитал описание, почти нигде не было, как пользоваться. Ну, в общем, я нарыл в интернете, как пользоваться. Сейчас расскажу небольшую такую инструкцию. 7 дней нужно пользоваться. Одевать их на ногу, на то место именно, где мозоль. Сейчас я достану, чтобы было более понятно. Вот она выглядит вот так. Кукуруза, да, можно так ее. Так называют. Кукурузных мозолей удаление. Что мы делаем? Мы пользуемся, отрываем, оно очень легко отходит. Сейчас я покажу. Где-то. Здесь же оно тоже, видите, отрывается очень легко. Мы вытаскиваем эту штуку. Теперь смотрим, здесь наклеена обычная пленка, мы ее снимаем, дальше идет липучка. Кстати, очень неплохая липучка, и вы именно вот этой красной штукой, это получается как бы лекарство, да, наклеиваете на саму мозоль и потом на ногу. Я думал, что оно не будет держаться, будет отпадать на ногу, неудобно. В итоге наклеиваешь, держится капитально, естественно, надеваешь носки и ходишь. Я это делал, в общем, я менял вот эту штуку 2 раза в день, так как я принимаю душ 2 раза в день, да, я после душа утром покупался, то есть... Утром покупался, эту штуку наклеил, вечером же снял ее, покупался, опять наклеил, и уже опять же на ночь у меня. Итак, 7 дней. Что происходит у вас с этой мозолью на ноге? В общем, она превращается, мне было как-то страшно сначала, она становится таким красным, ярким цветом, но потом я почитал в комментариях везде, что это нормально. На 7-й день уже появляется вокруг белая штука, типа на ободке, на самой мозоли. И она отпадает. У меня отпала полностью. Я уже немножко, по-моему, даже дольше переходил. 7-8 дней там. Оно само отпалось. Прямо в душе. Я когда купался, вот такой вот кусок. Я просто был в шоке. Я полностью взял, это у меня кусок кожи. Вместе с мозолью совсем на свете отпало. Не больно, никакой боли, ничего не было. Зажило буквально за 1-2 дня, я спокойно себя начал чувствовать, у меня на ноге полностью исчезло. Это я брал для эксперимента, поэтому я заказывал один пакет, оно очень много в этом пакете, там около 100 штук, 120 по-разному, смотря сколько вы заказываете. Поэтому я их почти все использовал, у меня немножко там оставалось, и я решил все-таки сделать на второй ноге. Как бы помогло, да? Ничего больше не росло, заново не появлялось. Я забыл, как говорится, не посмотрел ссылку на того продавца, а просто нашел, еще даже, по-моему, дешевле. Такое же самое, смотрю, выглядит красненько. Заказал, наклеил, опять 7 дней. Отпало только верхний слой. Опять начало расти. Наступать опять больно, да что ж такое. Потом посмотрел, вспомнил, нашел другого продавца. Этого же, которого я первый раз заказал. И заказал у него опять. Я заказываю опять эти штучки. Опять клею, опять 7 дней. У меня отпало.
теперь нет ничего. Слава богу, уже месяца 2-3 ничего заново не растет. На ногах все чисто, аккуратненько, никаких мозолей, все идеально. Так что я решил записать этот видеоролик. Может, кто-то мучается, у кого-то есть мозоль на пальце, на ноге, еще где-нибудь. Это реально работает. Главное делать все правильно. 2 раза в день менять после душа. Предварительно кожу нужно, чтобы она была чистая. Естественно, после душа вытереть на сухую, наклеить. Через 7 дней, если у вас оно не отпадает, потому что второй раз, когда я вот эту последнюю сделал, прошло 7 дней, оно там висит. Я его так раз-раз сковырнул, бац, оно полностью так же само отлетело, то есть отпало. И все было просто в идеале. Я оставлю, короче, ссылку на вот эту вот красненькую штучку. Вы сможете зайти, заказать себе, реально работает именно у этого продавца. У других продавцов не советую заказывать, так как у меня он валяется, где-то вот такой же самый пакет. И оно не работает, оно снимает только поверхность, а дальше ничего не работает. Поэтому, возможно, многие жалуются, что пишут на эту фигню, что она не работает. Но я уже проверил лично на себе, она функционирует, работает. Приходит вот такой пакет с пупырышками, да? Даже можно нервы успокаивать, многим нравится. Блин, надо купить себе как-то пару метров. Доходит очень быстро, очень эффективно работает. В общем, ссылочка будет снизу. Кому поможет, пишите в комментариях. Кому что не ясно, пишите тоже в комментариях, я объясню. Кому понравился видеоролик, ставим вот такие пальцы вверх. Кому нет, вниз. Не забываем этот. И подписываться на канал. До новых видео. Чудесно.